Всем привет, ребят! Очередная посылочка из Китая. Я надеюсь, что вдруг окажется кому-то уже интересно. Впервые стыкаюсь из компании Realme. Я надеюсь, что все в курсе, что это, ну, типа, опа. Единственное, что сэкономил и купил я X-White. Ребят, цена, чтобы вы увидели, вот так, знаете, а то все интересуются, вот сколько, ну, что в рублях там или всем полностью. Есть, ну, что стоимость, ну, что в долларах. Тем более, что спустилась. Я покупал 64 гигабайта, 710 Snapdragon у нас, экранчик 6,3 и Full HD. Скажем так, ну что все включено, и по камерам тут, ребята, ну что действительно отличнейшие, ну что камеры, все, ну что сделано и красиво, и аккуратненько. И вскрываем, и знакомимся. Кстати, знаете, ну что все 100%, ну что интересоваться изначально, ну что, будет у меня ситуацию с языками. Здесь идет только или English, или китайский, ребят. Ну что, попытался вот я и способом из моря вокаль, сказала мне фигушки, не включается и не ставится. В таком случае, ну что, в курсе, ну что все были, что в конечном итоге вы что, вот, ну что бы вот не попытались, ну что сделать, вот не получится. Скрепочка у нас в комплектации идет, окей. У нас есть инструкции, ребят, у нас есть чехольчик в комплекте, есть, что в целом интересно, так, парабам-папам, и телефончики, спинка, и где-то мы с такой стыкались уже, да, ребят, я надеюсь, что с подписчиков, что в курсе, но вот я вам скажу, честно, для меня вот все-таки, потому что Mi A3 White, оказалось, она, ну что, поинтереснее, Mi A3, ну что, извините, сказал. Спинка из пластика идет, сканер у нас есть и камеры, вспышечка, дополнительный микрофон, включение есть. Так, ребят, и микро USB. Да-да-да, вы не ослышались, из микро от USB. Динамик у нас единственный, но звучит он вообще, скажем так, супер просто, и 3,5. Есть 100 сим-картами идет. Открываем и смотрим. Так, где сим-карты? Здесь, здесь, здесь. Я копался, кстати. Ну, сюда. Парам-папам. У нас есть и симки две, и карта памяти. Я вам скажу, что это вполне все окей. И включаем его сразу. Так, ты ключ все равно? Есть. Все включается. Встречает компания нас сразу. Так, здесь бумажка такая. И гляньте на такую дуру. В комплектации у нас, естественно же, и шла такая штучка из пластика, но честно, вот лучше их, ну, чтоб не используйте. Что я вам скажу? Так, что у нас здесь, что пишется с питанием? 5,4 ампера. Вот, ребята, что бумберит, оно с такой скоростью, что включаете ого-го, и при том, что здесь используется технология стандартная микро от USB, но вы учитываете, что при условии, что шнур у вас окажется от этой в компании. Видите, как он идет? Тут куча отличается полностью, что все, и не ждите, знаете, что там вы куча купите за что доллар и будет, ну, тютелька в тютельку. Так, и спереди у нас встречает капелька и тоненькие аккуратные рамки. Есть и внизу, что в целом вполне терпимо. Так, чтобы вы увидели, и 6,2 дюйма, ребят, сразу. Специально сюда показываем. Вот типа так, раз. Внизу, два. Толщина. Есть, я надеюсь, что все видели. Конечно же, он чуть-чуть все-таки что длиннее его идет. Сюда показываем. Ну и спинками, конечно же, сюда. Есть, я надеюсь, что все увидели, что плюс-минус. Так, ну что, из телефона. Впервые включаем его. Раз, два, три, четыре, пять. Окей, view details. View details. Так, идите в баню. Знаете, вот честно, что плохо, что здесь столько, ну, что пунктов оказалось. Тем более, вот если у тебя с английским, ну, что стыкаешься с проблемами, то чуть-чуть, что туговато. Если захотели, то включается со сканера и со скоростью, что звука. Смотрите, раз, включился, раз. Включился еще раз. И, конечно же, если захотели, то включается и сканирование. Что? Лица. Есть. Есть. И еще раз. Окей.
что включается и срабатывает все, что изумительно. Система их, кстати, отличается и красиво, что сделано все комфортно и удобно, что включил я управление жестами от ребят, ну что все стандартно, скажем так, у компании. И Vivo, вот что вот я стыкался, то знаете, что для меня оказалось, ну, что использование такого телефона, ну, что вполне комфортным и удобным. Так, и конечно же стартуем, что же у нас есть из менюшки. Если захотели, включаются у нас эти функции там и свайпы, и все полностью, но вот я их чтоб не сильно использую, из-за этого, знаете, что не акцентирую, ну, чтобы использовали их и люди. У нас же включается Game Space. Так, ребят, чтобы вы увидели, вот если захотели, я так понял, что куча специально, потому что включается акселерация, потому что для игр и все полностью. Но вот я еще в игрушки вот не успел поиграть. Если захотели, у нас есть иконирование в приложении. И что самое главное, что в телефоне, потому что включается и срабатывает Play Market. Все вполне терпимо. Вот единственное, что с переводом тут оказалось, ну что вот не идти. Чтобы вы увидели, что у нас система Android идет, ребят. Есть, что включилось. Окей. Так, все. 4 гигабайта оперативки от ребят. 64 из постоянной. С прошивкой, чтобы увидели. Знаете, оказалось, вот, что вот есть вот люди, которых, ну, что интересуется. Пришло в телефон старта же обновления. И в чем прикол, что куча устанавливается автоматически. Вот я, ну, что по плану и не думал его включать, ну что и устанавливать, но включилось автоматом. Вот, ребята, от такого ты уже вот никуда что-то не денешься. У нас здесь, что включается, естественно же, и автоматическое и включение, и выключение, очищение и памяти, и функция OTG. Ребята, я так думаю, ну, что все в курсе, что с такими, ну, что телефонами, что включается и срабатывает. И вот включаем ситуацию с языками, что у нас есть. Он у нас только в китайский и English, и все. И не ждите, что что-то окажется, ну, что поинтереснее. По аккумулятору, вот я не знаю, чтобы вы увидели, ну, что вдруг окажется в кому-то, ну, что интересно, вот то, что вот я, если захотели, то включается в процентах. Здесь, ну, что, и вот изменяете экономия аккумулятора и все полностью, ну, знаете, акцентировать на таком вот я, ну, что, и не хочу. И с безопасностью, ну, что, тем более, у нас здесь столько, вот, ну, что, куча оказалось этих функций, но, к несчастью, плохое, что с английским, ну, что все печально, то вот я не знаю, что для чего. Convince D. Если захотели, то включается у нас, что управление и кнопками, и жестами изменяется, и все полностью, но это такое. Ребят, у нас есть Assistive Ball. Если захотели, то уже включили его. Но вот, ребят, я акцентировал, что вот я такими штуками вот не пользуюсь, не хочу обманывать. У нас уже включается умный статус-бар типа, ихний китайский, окей. Так, если захотели, то включается отношение движения. Но вот я говорю, что я не знаю, что для чего эти функции. Или китайцы, потому что их используют. Но я вот в такими, потому что всем что-то не использую. И штукой, вот, что включается Brino, я так и не понял, что для чего. Я так понял, что это, ну, что, типа их ассистент идет или что. Но, скажем, ну, что снова таки вот я его что-то не использовал. Так, звук. Ну что, думаю, окажется уже чуть-чуть поинтересней. Включаем рингтон. Select from files. Сюда. И громкость изменим. Вступление долгое. В чем плюс? Динамики здесь, слушай, динамик, ну что, действительно офигенное, ну что, звучание. Вот единственное, что показались еще у нас, ну что, вот, оказались бы вот, наушники, то испытали бы еще по-другому.
Это я не знаю, что это означает. Он не кинжал лифт. Караоке, короче, кто использует в караоке, то у нас оказалось, ну, что в телефоне и такая что функция. Но лучше вот я попытаюсь, ну, лучше для спортивного интереса включить вот именно из музыки, вот именно в самом плеере, что у нас идет. Ну-ка, ну, давай, громкость. Чтобы вы увидели, что у нас есть, здесь изменяется, если захотели, включается эквалайзер тоже. Но видите, вот только, ну что, при условии, что вы вставляете в 3-5. Так я так думаю, ну, что все услышали и убедились, ну, что звучание у телефона, ну, что вполне окей, знаете, и доказывать здесь уже, я считаю, ну, что смешно. Естественно, если захотели, то, ну, что изменяется, у нас есть по, ну, что установочкам и темы, и установки, и, ну, что, и блокировки экрана, и все полностью. Но вот, ребят, знаете, я, скажем, скучно бы оказалось бы, потому что для меня, то вот я бы испытывал и такие функции, но, к сожалению, вот я их, ну, что, не испытывал. Если захотели, у нас, ну, что, изменяется температура экранчика, если захотели, то сделали, чтобы в тепле чуть-чуть был, и чтобы был чуть-чуть с холодными цветами. И с подсветкой, потому что в чем прикол, что, вот смотрите, вот так, если захотели, отключили ее и изменяете эффекты. Так у вас там не сильно темно. Видите, ну, в чем плюс, что по экрану здесь вообще, ну, что освещения не хватает, что при солнце, ну, что действительно комфортно, ну, что читается. Включается и режим чтения, и что это за хрень? Ну, типа в теории, куча изменяется, включается эффект изменения экрана, только вот я даже и сюда и не докапывался, я так понял, что скачивается, ну, что отдельно эта функция. Извините, я пока, потому что распаковка и первое, потому что впечатление, я не знаю, что еще в нашей перспективе оставлять его, потому что или нет. Здесь, потому что включаете в процентах по аккумулятор и куча всего по, потому что установкам. Единственное, что плохо, что, потому что вот не сделали, потому что в телефоне еще и функцию NFC. Вот, ребята, казалось бы, еще, потому что вдогонку, потому что в телефоне, скажем, оплата, то оказалось бы, ну, чуточку, ну, что поинтересней. Включаем синтетику, чтобы вы, ну, что увидели, ну, хотя бы, ну, что плюс-минус, что вообще, что к чему идет. И здесь, кстати, ну, что циферка, ну, что вполне окей. 170 тысяч, я считаю, что, ну, что для телефона вполне, ну, что терпимо идет. Что и с касаниями, чтобы мы увидели. Я думаю, что и десятка будет так. Секундочку, извините. Тю, 6. А так будет 7? Нет. Ну вот видите, оказалось, что, ну, что телефон оказался и 6 касаниями. Конечно, ну что цирк, но стыкаемся и с таким. Так, что включаем альбом. Извините, вот это фото. Я делал и скриншоты. Что у нас есть, ну что по аккумулятору, что показало, что вы увидели. И циферка здесь, ну что вполне окей, что включающий и синтетику от компании Antutu. Тротлинг вообще изумительно идет. Так, ребят, и снова Geekbench 4. Я надеюсь, ну, что все увидели. Ну, что, знаете, вот есть же люди, для которых, ну, что действительно вот такая штука имеет значение. Что же у нас с датчиками? Ну, что ждем рекламу, что покончилось. Вот видите, они все-таки, у них покончилось, ну, что терпение, и лупят, ну, что всем рекламу. Оказалось, ну, что в телефоне и гироскоп, и датчик ориентации, если захотели, освещение, потому что включается и срабатывает вполне окей. Включаем акселерометр, тем более. А что с приближением? Опа. Раз и два. Раз и два. Чтобы вы, ну что, все увидели, что вот я не обманываю, у меня тут, ну что, используется сим-карта, ну что, писал 4G и вполне окей. Ну что, вот я из Украины, вот, ребят, так что, чтобы, ну что, в курсе были, то, знаете, у нас вот есть люди, что которых, ну, что вот не устраивает, что вот я из Украины. Спутники.
Так, ну что, включил или нет, ну что, честно, я не знаю, включал их или нет. Включал. Ждем. Пока. Ну что, включается. Вот, знаете, вот, что плохо, ну что все-таки, ну что корпус, ну что из пластика, ну что все идет, и нет ощущения, что телефон, знаете, вот, из, ну, учитывающий, ну что вот, стоимость его, вот, честно, вот, я бы лучше, ну что, глянул на, ну что, другие фирмы. Конечно, потому что камеры тут изумительные идут, картинка здесь вообще, потому что детализация офигеннейшая. И за компанию спутниками, потому что ситуация оказалась у нас еще лучше. Окей, потому что включаем информацию о самом телефоне и показываю вообще, потому что к чему, куда и как. Раз, ребят, чтобы вы увидели, что у нас используется 710 Snapdragon. Окей, 616 Adreno идет и Full HD экран. 4 гигабайта оперативки и, ребята, ну что, DDR4. Это классно, ну что, действительно, для телефона. Так, здесь все скучно. Включаю систему, чтобы увидели, что куда. Есть. По аккумулятору 4000 аккумуляторов. Я так думаю, что всем его, ну что, вполне для использования конкретно хватать будет. Есть, так и с приложениями, и скучно, и камера. Ну что, 16-ка у нас идет. И в чем плюс? Апертура 1.8. В темноте вполне симпатичная картинка идет. Есть и, ребят, ну что, вот действительно, и селфи тут, ну что, супер идет. Но только вот я не знаю, из-за чего оно, ну что, здесь указывается, ну что, 6,2 пикселя. Я так понял, что куча умножается на 4, и, ну что, из-за этого, ну что, типа их 25. Но по камере, ну что-то, ну что действительно все окей, и претензий, ну что включается и срабатывает, все вообще супер, ребят. Так, ну что включаем, чтобы вы увидели, ну что из менюшки. Включаем по установочкам, чтобы вы тут все увидели, что у нас есть. Есть, ну что включается искусственный интеллект у нас есть. Но все примеры и фото, и видео, окажется, ну что... Ссылочка внизу в описании. Если захотели, то включается и сближение у нас, ребят, будет. Вот там, что будет, ну что, примеры из фото, то чтобы вы увидели, одна картинка будет идти, и следующая чуть-чуть, ну что, сближение включал. Если захотели, то, конечно же, ну что, включается и с портретом. Вот единственное, что, вот, ну, честно, вот, я так и не понял такую функцию. Вот здесь, ну что, включаете... Скажем так, ну что, отличие, что изменения в картинке, вот я, ну что, не увидел. Пишите, ну что, в комментариях, ну что, кто в курсе, что и для чего эта функция. Единственное, что и с портретом, вот для спортивного интереса, испытаем еще мы этого засранца сейчас. Раз. Ну, я так думаю, что здесь, скажем, в конечном итоге окажется все чуточку, ну что, поинтересней. Видите, стесало, но вот именно, ну что там, где руки, ну что детализация, что вот не ахти, опять же таки, ну что все примеры и фото, и видео окажется, что в конце у нас из видео, если захотели, ну что включается и 4K у нас, ребят, идет, и Full HD, и 30 FPS, и 60 FPS. Вот видите, у нас есть указатели, я надеюсь, что вы видите, что в камере, что включается и пишет, все вполне окей. По камере, ну что, претензий вообще, ну что, нет. И днем, и светло, ну что, все включается. Тут специально, что включается в темноте, у нас есть, если захотели, ну что, включается режим эксперта, если захотели, у нас есть и слоумо, и таймлэпс. Ну и, естественно же, что включаем? Селфи, ребят, и здесь уже, ну что, писал все на все Full HD, и, конечно же, ну что, 30 FPS. Включаем по камере, чтобы вы увидели, что у нас здесь есть. Ну что, изменяется вот только, ну что, 4 к 3, 1 к 1 и Full HD. И говорю, что все, ну что, примеры и фото, и видео окажутся, ну что, внизу, ребят. Есть, так, одну секундочку. Так, включаем из портрет. И в чем прикол, что, ну что, в чем плюс, что у нас есть, естественно же, функция симпатичного лица, чтобы стать красавчиком. Есть. И смотрим, вот, с условиями плохого освещения, вот, ребят. Ну, скажем так, ну что, симпатично, я считаю, ну что, вполне, чуть-чуть стесало мне, конечно же, ухо. Но в чем прикол, что вот мне аж интересно, ну что, штатив все-таки, ну что, стесало, а внизу чуть-чуть оставило.
Но ну, что детализация и картинка, вот именно, ну, что блюр они делают, ну, что и красиво, аккуратно, и лишнего тут вообще вот ничего, ну, что вот нету. Кстати, ну, что для информации, ну, что в телефон устанавливается игра Fortnite. Ребят, ну, что вот для информации, но в любом случае, вот что я включаю в танчики. Да, ребят, ну что, с тех пор, ну что, вот ничего особо вот не изменилось. Единственное, что я сделал, я так думаю, что так, ой-ой-ой. Кстати, впервые стыкаюсь, чтобы танки и шли на целый экран. Секунду сближения сделаю, ребят, так, чтобы и FPS-ку увидели. Офигеть. Не, вот действительно, ну что, вот я еще вот не играл, не хочу лукавить. Включаем по установочкам и смотрим, что включил все, естественно же, в картинку по максимуму, ребят, идет. И скачал в текстуры HD, чтобы вы увидели. Так, ну и стартуем, естественно же, что FT54. Так, изначально сделаю чуть тише. Что плохо, знаете, вот лично, что для меня, вот я вот, ну, что, не люблю, вот, что кнопки, что громкости идут, ну что здесь вот, например, а включение, ну что здесь. Вот я, ну что, привык, и знаете, из непривычки оно чуть-чуть не сильно в комфорт. Это, скажем так, вот, ну что, и не смертельно, но и не комфортно. Есть и по FPS-ке, а что у нас по FPS-ке? Кто его знает, что по FPS-ке? Вот видите, ну что скрыто все полностью. Ну попытаемся просто поиграть, там я так думаю, что оно и так все всплывет в конечном итоге. Ну, ребята, ну что, играется в комфортненько, вообще, ну что, вполне экранчик с касаниями, отзывчиво здесь. Кстати, вполне класс, Т-44. Я сюда в уши точку сразу захвачу. Ну, где ты? Вот. Точка есть. Но я так думаю, что все-таки по FPS-ке у нас, ребята, 60-ка идет. Ай, блин, идет. Куда ж ты спешишь? Где ты там? Т-44, привет. На. Ай. Ох ты, какой злой. Ну, я тоже. Мне... Вот это уже печально. Опа. А он, по идее, ничего не сделает. Ну. Если и... Так, ребятки... Да что ж ты с этим рикошетом? За одним сдаем. Привет снова. Да. Вот что плохо, что все-таки ситуация по FPS-ке, ну что, остается пока вот, ребят, ну что, вот неизвестная, ну что, извините. Но знаете, вот, ну, честно, из непривычки привыкнуть к такому экрану чуть-чуть тяжеловато. Все-таки, ну, вот что именно используется вся площадь телефона. А чем же тебя пробивать? А в КС-ке? Да. Долго думал, пока... Пара-пам-пам-пам-пам-пам. Спускаемся вниз и идем куда? Сюда. У нас там есть S8. Ребят, ну что, извините, в FPS-ке все-таки я не хотел бы сказать что-то вам. Да ничего, ну что-то не пусть. Но играется действительно комфортно в телефоне вообще. Просто обалдеть. Что ж ты такой бессмертный оказался? И все-таки, ну что, для спортивного интереса, а что мы делаем? Естественно же, включаем еще, ребята, установочки i16X. Чтобы уже, знаете, вот сколько вот я играю, то обычно это окончательно, ну что, все, ну что, телефоны, что и шло, ну что, игра и комфортно, и хорошо, то вот именно 16X уже, ну что, убивало все, ну что, в хлам. Но я вам скажу, что вот как, ну что, включено все по максимуму, ну что, вполне окей. Но вот снова такие, знаете, вот я не хочу, ну что, лукавить. Вот мне вот не нравится, что все-таки, вот, ну что, инструкции, ну что, попытались, ну читал,
Что же сделать с ситуацией с языками? Здесь куча ответов, ну что, вот мне казалось, ребят. Я не знаю, вот так, ну что, купить, ну что, телефона и изучать английский или что? Шикарнейшие тут камеры, ну что, да, тут 100%. Ну вот, ребят, ну, что же, вот не только телефоны покупаются за камеры. Где вся команда моя? Я успел. Так, ребята, ну действительно комфортно играется, но вот единственное, что плохо, что по FPS-ке я вам сказать абсолютно ничего не могу. Здесь, ну, действительно, в показателей ноль. Их тупо, их нет даже. Ох, как вас много. Т-20, а что такое Т-20? Ой-ой-ой, ты там не влепил, он так, я вам скажу, комфортненько, конечно, но и больно. А там еще и Т-34. Так, вы собираетесь вообще с кем-то стреляться там? Что-то мне эта ситуация вообще не нравится. Они меня сейчас еще, наверное, будут окружать, но у меня пока еще по прочности запаса чуть-чуть оставалось, твою дивизию, бегом надо отсюда в кусты втекать и... Нет. Ага, а этот меня там ждет. Парам-пам-пам-пам. Ленька рулит. Вот, блин, еще, ну что, в конце меня, ну что, убили. Но в любом случае, вот знаете, ну что, в чем плюс, ну что, все-таки игра и шла вообще, ну что, вполне окей. И, конечно же, ну что, сделаем хотя бы, ну что, чуть-чуть по минимуму, ну что, итоги. Ну что, извините, знаете, вот я за экран, ну что, упустил 100%, я, ну что, в курсе, что ошибка, ну что, конкретная, ну что, все кипишевать будет. Но вот, ребят, ну, скажем, в ситуации, ну что, все включается в комфортно и не глючит, и не тормозит, чего акцентировать на этом. Смотрите, что, ну что, и с запасом. Здесь, я не знаю, я так думаю, ну что, камеру сейчас слепить будет по полной из этого. Ну что, включается Full HD, вот, ребят, смотрите, что показывается. Это, знаете, это просто круть. Здесь экран, он вообще, это просто огонь. Я, ну, 100%, что камеру заслепит сейчас, но в любом случае, хотя бы, чтобы вы уже детализацию плюс-минус увидели. Но экранчик, ну, что Full HD, и смотрите, то, что включается, и не тормозит, и не глючит, абсолютно, ну, что идеально. У нас есть тонкие рамки, у нас есть офигенный аккумулятор, у нас есть отличные камеры. Единственное, что, вот, что я акцентировал, ну, что изначально, естественно же, английский язык. Ребят, знаете, кто, ну, куча, кто в теме, то, конечно же, им комфортно. Ну, что будет. Тем более, ну, что стоимость на телефон упала. Я уверен, что 100% окажется в конечном итоге еще и решение, чтобы, ну, что сделать его, ну, куча, скажем так, из прошивку изменить. Но пока вот я, ну, что вот я, ну, что попытался что-то изменить и ничего. Потому что не получилось. Покупать или нет, я всегда акцентировал, я говорил, что думайте всегда
сами. Вот, ребят, я не рекламирую ваши телефоны, а просто, скажем так, показываю, чтобы вы увидели, что вы сможете купить из Китая. Ну, как-то так. Вот и все. Извините, что долго, оказалось и нудно, но все, что они делают, только для вас. Всем спасибо. Пока.